На крышах! Мандалус, окасай на таудах! Следите за улицами. Они могут быть везде. Вон они. Опа. Ничего себе, напали ассасины. Ничего себе начало серии. Да меня не бейте, ёпты, я же за ваши. Сейчас Торренса ушатают и все. Ой-ой-ой, еще меня и ассасин догнал. Давай, давай. Тихо. Спокойно. Где он там? Ты ему сейчас все. Ему пару раз и до свидания. Нифига себе. Скажи спасибо, что хорошо, что не с яда. На. Да вон он рванул, погнали за ним. А тебе ловкости не занимать. Смотрите, вот это мудрец. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Мудрец, слышишь, что тебе советуют люди? Стой! Ноги прострелю! Не туда, куда ты полез, ёб твою налево. Эдик, не вытворяй. Сейчас мудрец еще тиканет. Ищи его потом, свищи. Пипец, молодец, сел на заборе. 20 метров. Как его теперь догонять? Твою налево. Вон. Иди сюда. У меня пистолет не заряжен. Вроде догоняем. Подожди-ка, паренек. Не спеши. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си. Нас окружают враги. Нужно быть осторожным. Это точно. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь губернатором. С одобрения нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Это точно. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Можно. Приду. Почему бы нет? Сильно там надо было. Штуку дали. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Задание на убийство.
внизу, что ли? Получается, что да. Прям под вот этой. В торговом квартале Гаваны разбит военный лагерь. Ваша цель — их капитан Тамплиер. 1000 награда, и если бесшумно, 500 накинут еще. Давай, лети, голубок мира. В принципе, тут рядом как раз, смотрите. Договорились. Как-то Black Flag затянулся, особенно миссии в Гаване. Когда уже начнут там на кораблях полетать, чтобы поплавать, погасить, пострелять. Так. Давайте быстро решим этот вопрос, да? Не-не. Пошел на выход. Сразу. Где он? Легче. А я ведь хотел не избегать стычек, а подраться. Ой-ой-ой, сейчас кто-то довыпендрится. По-моему, осталось на одну. Нетушки. Жестко. Ну такой ассасин нестандартный. Нестандартный ассасин. Слазь, слазь, пойдем как нормальные люди. Дарёга. Дерзкий ассасин идёт. Девушки, привет. Я на допрос. Ну что вы, молодой человек, а вы разве не отпетляли к жене? Какая жалкая подачка. 1000 реалов за эти карты. Это что, всего 100 фунтов? И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? Я не знаю. А вы никогда... Везде торресы. Раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми. Ну и зачем ему? Какая нелепость. Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Приватир в Вест-Индии. Приватир. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Хватит допивать, алкашня. Найдите стражника. Убивайте стражу. Давайте, ладно. Хотите по-тихому, я вам сделаю по-тихому.
главное, что мне вон вообще наверх туда. Погнали. Пока никого нет. Тем более тут можно залезть будет. Не-не, там показалось, ничего не было. Ну зачем ты сюда шел? Ну вот неужели тебе? Ну что, глухой, тут же... Где стражник странный? Это понятно. А вон. Украдите? Вы что, смеетесь? Так, мудрец, мы к тебе, и вот по какому делу. Не-не, чё ты не перепрыгнул? Вот так тут нормально всё заходил. Да то вам показалось все. Вы же давно не спали на посту. Что тут могло произойти? Два друг на друга смотрят. Идите посмотрите лучше, кто это свистит. Угу. Все правильно. А ну еще разочек. Ты глухой? Что ли? Запалил меня все-таки. Что-то трабо-карабо там начал кричать. Нет, кто вы? Тут уже повалили без меня. Походу кровь везде. Возьму-ка бомбу на все. Я так и знал. Ой-ой-ой. Баста я! Так как тебя зовут, вор? Вот зачем вы, дедушка? Меня? Капитан, отвали! Грязная деревенщина! Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом. Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез. Но лишил нас Дункана Уолпола. Запалили нас, ребят. Начинается. Какой позор, право слово. Пропащий он человек, Кэролайн. Какое море, он и для суши не скроен. Уедет в Вест-Индию, а худо будет тебе. Отец! Отец! Пойдем, вставай, родной. Вот так вот, бухайте, ребят, бухайте. Как он ошибается? Надеюсь. Но ты-то мне веришь? Ты ясно видишь.
Большой корабль гордо заходит в порт, и я на мостике. Хоть бухать лучше. Я отныне знатный человек. И из моих карманов градом сыпятся золотые дублоны. Я вижу. Ты губу закати. Прям дублоны сыпятся у него. Вот вы смотрите на него. Пол бутылки выпил и уже вы думаете. На. La cena. Cómetela rápido. Голоден? Да, что-то... Это вы зря так. Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. Не повезло им. О! Море сегодня неспокойное. Будет ураган. Ураган? Вот черт. О, ты хоры ты... Ложись сюда. Не стесняйся. Тут тебе будет удобнее. Так, не мои ли вещички? Украдем бриг. Эй, бери, что нужно. Я мигом. Так, а тут что у нас? Угу. Кожаная броня. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Договорились. Господа. Так, каков план? Освободить людей? Потом найти быстрый корабль. Да, я отправляюсь за бригом, что стоит в бухте. Ну тут сейчас по-быстрому. Просто к одну комбу. Сейчас этих попробуем вдвоем. Отлично. Так, этого тоже сзади. Есть. Пареньки. Вы свободны. Услуга за услугу. Ты цыган. Будулай, иди. Так, нам на следующие корабли. Они тут, видите, как расположены удобно. Залазь. Ну ладно, окей. Вы тоже свободны, пареньки.
Вперед, то сидите парни. Тут под водой. Если суждено утонуть, то не здесь. Правильно говорю. Вот это знатная лодочка. Здрасте. Что вы тут говорили? Препараус перефорти. И вы тоже свободны. Тут рядом один брик, так он нас уже заждался. Давайте туда, сейчас приду. 4. Сейчас будем выбираться. Думаю, следующее видео будут морские бои. Поплаваем пару серий точно. Альто! Да ладно, ну что вы начинаете? Разошелся. Братцы, братцы, выходите. Где же наша лодочка? Ила Лебаса. Сейчас я вам сделаю еду Ила Лебаса. Что там, что там? По-быстрому. Пятерых просто. Ну и что вы тут сидите? Морячки вы мои, морячки. Готовься. Вперед. Вроде бы всех освободили. Так, а что на палубу нам? Вон уже выход был. Куда вы пошли? Непутевые. Вот лестница. Капитана. Где он? Ну, не вопрос. Что, этих тоже убивать? Как бы, я думаю, они будут против. Сначала этих двоих. На выход. А вот, ребята, первая наша лодка, первый наш корабль. Эдик, погнали. Подойди к борту. Собирайте, шпана. Дэвид Джонсон, станете петь, недоумки. Сейчас будет буря. Он дело говорит. Вы поднимайте якорь, вы к фок-мачте, вы к грот-мачте. Обгоним этот ураган. У, сейчас начнется классненько. Погоняем с ураганом. Ребят, давайте следите продолжим в следующем видео. Чтобы как раз сюрприза. Сохранилось. От, будем отрываться от флота. Не забывайте подписываться. С вами был Жек Херсон. Всем пока, ребят.